Снова у нас воскресенье, и снова у нас серьезная тема, уже, по-моему, вторая или третья тема, которая не касается рёпи, и это большое достижение, я считаю. Что касается нынешней темы, то она интересная, ну, естественно, я же её придумала. Тема про какой фильм ты хотела бы снять. Вот что касается меня, я всегда любила такие, как сказать, странные фильмы, в которых нет четкой грани между реальным и нереальным. То есть, например, где сны перетекают в реальность, там мысли какие-то. То есть вот, где есть, скажем так, то, что происходит на самом деле, и есть некоторые идеи, которые с этим переплетаются. Вот, наверное, если бы я стала снимать какой-то фильм, то наверняка это был бы какой-нибудь такой артхаус, где вот что-то такое бы было. Наверное, это был бы не очень позитивный фильм, хотя не обязательно, что с плохим финалом. То есть не значит, что там будут финалы и серии все умерли, но за идею, да? Нет, такого не будет, конечно. Будет драма, безусловно. Без драмы я как-то не люблю и не умею, наверное. Будут какие-нибудь наверняка жесткие сцены. Наверняка будут какие-нибудь откровенные сцены. Наверняка будут сцены... как сказать, забыла слово. В общем, сцены такие наблюдательные, да, то есть где не будет именно какого-то динамичного действия, а будут какие-то лица, пейзажи, какие-то эмоции, скрытые, не скрытые, вот что-то такое. Что касается темы, наверное, самая универсальная тема, которая идет практически во всех фильмах, по крайней мере, в большей половине, это некий поиск себя, некое самоопределение личности в этом мире, не в этом. В общем, поиск человеком своего места. Вот, наверное, это было бы об этом, и наверняка была бы любовная линия, которую я бы постаралась, в свою очередь, сделать не банальной, а сложной, такой многоуровневой, если так можно выразиться, и интересной. Я думаю, что, учитывая сферу моих интересов, наверняка в этом фильме так или иначе присутствовала тема неких нетрадиционных отношений, потому что фильмов на эту тему, в принципе, снято немало, но очень многие из них, они... ну, скажем так, банальные, стандартные. И уже глядя на начало, ты знаешь, чего ждать в конце. Это, конечно, не значит, что эта тема будет стоять у меня во главе. Но, например, она может идти как вторым ходом, то есть второплановые герои, что-то такое. Ну, в общем, наверное, как-то бы эта тема у меня отразилась. То есть, если бы я снимала фильм, он был бы явно не мейнстримовый, не голливудский такой, да. А это было бы кино не для всех, наверное. То, что называют фестивальным кино, которое или нравится, или наоборот не нравится, это же вызывает неприязнь. Но в любом случае провоцирует большое количество разговоров. Но режиссерского таланта у меня, наверное, нет. Наверное, нет, я думаю, но я все-таки надеюсь, что то состояние творческого, ну, не кризиса, а состояние какого-то того, что я как-то не то, не сё в плане творчества, да, я надеюсь, что у меня это пройдет. И что когда-нибудь я смогу сделать что-то хорошее в этом смысле и оставить что-то после себя, что-то принести в этот мир, кроме
факта своего рождения и там, может быть, рождения, да, своих будущих детей. Я буду вкладывать свои силы в это, ну а что и как получится, покажет время.